Добрый вечер, дамы и господа, с вами Ахиллес, Twitch канал Game Fun Cool, и мы продолжаем играть Dark Souls 3. Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такой здоровенный щит, который ни хрена не помогает против мне, этих товарищей, которые там мне совсем не товарищи. Сейчас мы попробуем поставить что-нибудь другое. Так, это мощный получается он у нас. И с двумя драконами можешь поставить, не знаю. Ну это все мелкие. Так. Даже не знаю, кого мне поставить тут. Так. Ну, попробуем, наверное, все-таки. Драконий гербовый щит. А из оружия. Да, пускай бегает с двуручным мечом. Вот так попробуем. Так, ну здесь, я вам скажу, очень тяжело. Я имею в виду биться теми гадами. Сейчас, если не получится, надо будет пробовать. Ух ты, как раз напорол. Здорово! Здорово! Уходим. Ну уходи, ну ёб твою мать, убегай же, блядь! Ой, блядь, сейчас еще и этот насадил. Вообще отлично, блядь. Ну что ж такое, а? Пытался уйти, ни хрена не получается. Уходи, блядь. Все, другой прискакал. Беги, блядь. Ой, нахрен. Не, блядь, надо что-то думать сейчас. Замучают твари. Замучают. Ладно, давайте поставим с вами наш меч бывший. Так, а эритийский сколько весит? Так, ну там нужен 14 этот, чтобы его таскать, понятно. Угу. Так, этот клеймер плюс 4, мой 193, понятно. Может, думал, копьем их, что ли, похреначить? Ну, давайте клеймером еще. И давайте эту хрень сейчас сожрем. Уголь.
Да развернись ты. Думаю, все туфта. У меня и с углем ни хрена не получится, но попробуем. Смотрите, ну сразу, блядь. Вообще не дает ни хера сделать. Не дает, блядь. Ну беги от него тогда, блядь. Сейчас второй щит. Вот папа, блядь, а! Третий, где-то там, ау! Ну, блядь, просто сожрать готовы, твари, а! Ну, блядь, убегай, ну, ёб твою мать, беги! Эти дерутся хоть, нет? Начали драться, слава богу. Где третий? Он там без меня справляется. Ну-ка, если просто от них побегать. Вот он, еще один очнулся. Иди, нападай на них. Ну, блядь, ну увернись ты, ну ёб твою мать! Не того добили, блядь, не того. Смотри, где дерутся? Не дай ему уйти, блядь, не дай ему уйти, еще раз, блядь! Ну, пырни его, блядь! Давай еще раз, есть! Так. Блядь, ну сразу, ну ёб твою мать, блядь! Ну и как это понимать, блядь? Беги, блядь! Пиздец, блядь! Пиздец, блядь, просто, блядь, пиздец! Ну ёб твою мать! Уходи, нахуй, уходи, блядь! Выжри, блядь, ты этот Вестус, ёбаный, выжри, блядь! Пиздец, блядь! Вообще, нахуй, жопа, блядь! Блядь, ну как ты так дотянулся-то до меня, блядь? Не отпрыгнуть ни хера, блядь! Ну вы смотрите, что делает, сука, а! Вообще, блядь, разорвал, нахуй! Да дай ты мне, нахуй, блядь! Да блядь! И Эстуса нету, блядь. Смотрите, хуяк готов сейчас, блядь, буду нахуй. Да дай-ка мне тебе уйти, блядь, гандон ёбаный. И как хуй его, я не знаю, блядь, как пиздец какой-то, блядь. Блядь, чучело ёбаное, блядь, как с ним драться, хуй его знает, не знаю, блядь. Не знаю, блядь. Эстусы кончились у меня, блядь, пизду, надо что-то думать, пойдем на эту. Цитадель, Фарона это ебаный, блядь, как она отправится, пошли в этой, как ее? Как раз в спальню Розарии пойдем, менять характеристики, блядь. Нужна хрен знает какая длинная жизнь. И уголь, блядь. И куча эстусов.
Так, сначала давайте посмотрим характеристики. Так, жизнь у меня 23. Мало. Ну что, надо снимать стойкость, надо снимать силу. Ну давайте на жизнь потратим. Давай. Распределить так. Да. Куда все в жизнь хреначить? Попробовать вот так. Сделать 1200 и силу 32. Остальное все слабенько оставить. Ну-ка. Может, правда, ловкость сделать? Двести семьдесят шесть. Ловкость была у меня маленькая. Жизни 25, но ловкость большую. Но выносливость слабенькой станет вообще. Никакое изменение. Ловкость характеристик необходима, чтобы использовать особое оружие. Также повышает силу атак и стаки и скорость использования заклинания. Уменьшает урон от падения. Попробовать так. Давайте попробуем так. Хрен мне, все равно у нас еще там есть пара бледных языков. Посмотрим, что получилось. Чем мы тут можем сейчас драться-то? Топор нам силы нужна. Да, этот мы не поднимем. Зато ретильский меч поднимем. Так, ретильский меч хуже. Меч тьмы. Сколько он весит? 4,5. Меч рыцаря Лотрика. Д, не надо Д нам. С, палаш. Палаш, так. Нет, этот нам не нужен. А что тут дополнительные эффекты? Пояснение.
Что это такое? Так, сила кровотечения. Чем выше это число, тем быстрее вызывается кровотечение. Так. Антигатана, ладно, не надо нам. Аретийский меч как качать? Надо посмотреть. Так. Здесь нужна сила 24, чтобы его поднять. Или с этим побегать. Грубая секира 2. Что, мы ее не можем прокачать? Ну-ка. А, понял. Ну-ка, зато закалить. Ну-ка, мы сейчас попробуем опять не секирой. Все-таки возьмем наш этот клеймор. Ну-ка, сколько мы успеем ударов-то нанести? 4. Угу. Не знаю, стал ли он ловкий или не стал отправиться. И должен лучше уворачиваться. Посмотрим. Мы тут увернулись даже как-то пару раз. Догоняют. Побегаем. Лошадь делают, да? Земный рой. Так, сейчас она с собой. Второй прискакал. Уходим. Убьют, уходим. Завалили они этого, блин. Вот уроды, а. Быстро они с ним разделались.
Ах ты. Давай. Зрите, зрите. Блин, а по-моему лучше он, правда, а? Убегает еще. Научиться бы мне кривляться так, как этот. Кувыркаться. Ну, щит мне не надо тут использовать, я так думаю. Понял. Так, и главное мне не трогать этого. О, появился, так, отлично. Уходим, уходим. Уходим еще раз. Блин, уйди, уйди! Блять, урод, а! Да у него жизни-то не оставалось, блин. Да. Ну что, попробовать еще эту сделать, как его называют. Еще больше увеличить жизни. Да хотя вот с такими жизнями можно справиться же. Что, в чем проблема-то, блин? Прыгать не умею. Так, давайте-ка мы щит уберем вообще. Так, сколько у нас снаряжения? 70, надо еще меньше поставить. Блин, нет. Так, сколько вес? 52, нормально. Будем прыгать. Отлично, можно увернуться-то, можно. Тяжело, но получается. Крутится он здорово тоже, блин. Уходим, уходим. Ушли. Не, ну получается, начало у него получаться, уворачиваться. Давайте еще легче его сделаем. Давайте сделаем его еще легче. Какую-нибудь сейчас мантию ему сделаем вообще слабенькую. Так уже этот стал тяжелее ему попадать по мне. Так, давайте не северный доспех. Какой-нибудь разбойника. Или наемника. Давайте наемника ему. Вообще, есть тут шмот наемника. Полный. Доспех солнца. Давайте доспех солнца. Наручи наемника. И... Клирика. О, 48,4. Пойдемте попробуем так.
Достал, достал, уходим. Ах ты, тварь, три, блядь, у него комбинация, надо. Запоминать надо. Да, бля, вот эту комбинацию все никак не запомню. Беги! Да ёб твою мать, блядь! Ладно, будем тренироваться. Будем тренироваться, блядь. Тройная у него комбинация, блядь. Хотя бы раз его полоснуть надо. Раз и уходим, раз и уходим. Да, хреново, сразу к боссу нельзя идти, а нужно вот обязательно. И третий. Оп. Ушли. Уходим. Побежали. Так, полоснули. Все равно нормально. Тут, конечно, можно огнем попробовать. Тут еще чем. Третий. Ау, где ты есть-то? Появился. Так, короче, появился. Ай! Отлично. Есть. Уходим, уходим, уходим! Уходим. Ёкало мне. Как они меня порубить-то хотят на капусту? Быстро они с этим разделались, круганом. Блядь. Где третий? Давай быстрее на помощь иди. Бежит, бежит, а? Появился, вот он, черт, появился. Да, кстати, по мне попадать стало им тяжелее. Победили, а? Ну-ка. Что, меня зацепил он, что ли? А как ты попал по мне, а?
Ага, по мне стало тяжелее ему попадать, по друганьку-то. Блять, вот нахер я вступился с этой хуйней. Уходим, уходим, уходим. Блять. Уходим. Вот эти лишние телодвижения. Один раз ударил, все, ушел. Блять, как ты выстрелил у меня? Скотина, блять. Уходим. Уходим. Падла, блядь. Стрелок сраный, блядь. Да ёб твою мать. Уйди. Блин, кончился у меня этот. Да куда ты пьёшь-то, блядь? Пить-то нехуй уже. Кнопки перепутал, блядь. Блядь, напоролся. А, ёб твою мать. Тварь, блядь, полжизни, сука, осталось. Так, ну что, по мне труднее ему стало попадать, когда их характеристики изменил. Погнали еще. Так, еще, можно его легче сделать? Может вообще его голиком запустить? Сколько у нас, 22? Погнали, друган. Потанцуем. Пускай попадают по мне сейчас. Отлично. Давай, чучело. Бежим дальше. Блять, урод попал. И жизни-то как выбил, а? Уходим. Ай! Да, если тут один раз попадает, то жопа. О, друганом идет. Эй, где третий-то, ау? Ладно вам, не гоняйтесь за мной. Я хороший. Ага. Уходим. Есть. Какой из них? Уходим, уходим. Не надо, не надо меня, я хороший. Я хороший, не надо. Да. У-у-у! Вот это я попил. Вот я поплатился. Эф тут решил выпить. Думал, далеко убежал. Блин. Блин, вообще охренеть. Да. Весело. Ладно, давай какую-нибудь тебе мантию оденем, а то как-то ты смотришься. Непонятно. Вот эту давай тебе, во. Капюшон чародея. Какую-нибудь мантию тоже. Чародея. Ха, привет. Прокачал. Меч-то я прокачал, но я решил вот этим. Как его, слабеньким своим этим голым и слабеньким мечом. Он, я, короче, характеристики изменил, сейчас я покажу. Так, оденем перчатки рабочего. Сейчас, и...
На бедренную повязку одеть. Давайте на бедренную повязку. Короче, смотри, что я сделал. Я изменил, сейчас покажу. Изменил жизненную силу, вот эту вот. То есть я ее, получается, улучшил. Вот где 25 у меня стало. Убрал стойкость. Вместо стойкости и силы вот я убрал. Поставил ловкость 35. И поэтому у меня сейчас стало очень быстро кувыркаться, им тяжело меня цеплять. И сейчас вот я одним мечом буду пробовать его замочить. Ну, мечом обычным таким, не своим мощным, а вот который у меня тут этот был. Клеймор, который я прокачивал. В принципе, появилась надежда замочить этого главного чувака. Ах ты, урод. Вот ты мне еще, вот тебя не хватало, чтобы ты мне тут пырнул. Так что сейчас буду пробовать. Опять. Ну, кувыркаться, конечно, лучше стал. Тяжелее по мне попасть. Вот сейчас сразу первый кувырок. Оп! Уходим. Ага. Уходим, все, уходим, уходим, пусти меня, пусти, пусти, все, я убегаю, убегаю, убегаю. Да пусти ты меня, блядь, урод. Пиздец, блядь. Ай-ё. И Эстус не успеваю выжрать, блин, вот чего хреново. Как только там начинаю Эстус пить, он прям подбегает меня, начинает долбить. Так, а может крутиться, не наводить на цель, а так прям крутиться вокруг него. Ну, попробую сейчас. Раньше, когда вот я своим другим бойцом играл, я, в принципе, он мне проблем-то доставил, но чтобы я столько на нем сидел, это кошмар. Никак его победить не могу. Я даже не помню, как я в прошлый раз прошел. Так, а может быть мне поставить здесь кольца другие? Ну-ка. Пока мне здесь кольцо жадного змея тут не нужно. Дай-ка мы выставим. Увеличивает максимальное здоровье. Наверное, вот это поставим. Так, это у нас восстановление. Увеличивает флягу. Ну-ка, вот максимальную нагрузку. Ну-ка, а еще, может, вместо этого что-нибудь найдем. Эффект так. Увеличивает поглощение урона. Усилит, правда, добавляет заклинаний. Сопротивляемость. Вот, наверное, вот это мы поставим. Физическую атаку еще улучшает. Погнали. И уменьшает вес снаряжения. Ну-ка. Ну, вес тут немного он убавил. Ну, там смысл еще есть. Улучшает физическую атаку. Попробуем. Ой, давай без этой. Ага, без этой ни хрена. Дотянулся, гад, а? Уходим. Ай! Ух, тварь мне на ход ноги как дал, блядь. Быстрее беги, быстрее, блядь, ты ёб твою мать, а? Блядь, это какая-то жопа, нахуй. Это какая-то, блядь, жопа. С двумя П, блядь, или очко с мягким знаком. Не знаю уже, блядь. Ужас какой-то, блядь. Блядь, у меня замучил вообще вот этот товарищ, блядь. А сколько там таких придурков будет дальше, это вообще будет жопа полная. Там еще топает за мной, по-моему. А ты! Блядь! Как ты, блядь, ушел? И вот его комбо, блядь. Бежи нахрен отсюда, все. Сейчас там второй выползет.
обсудим. Ладно, бегут. Ух ты, как ведь одного так тут грохнул. Ах ты, ну куда, урод, на меня-то? Ты нападай на него. Дерись с ним, со мной не надо, вот. Ух ты, это я тут еще чудесным образом выкрутился. Так, бежим, валим. Сразу полоснул, вот скотина, а так и знал сейчас. Не надо меня бить. Так, нужно ему один удар, и все, и больше не надо, один удар, и все. Допусти меня. Дай мне выиграть, я тут. Все, уходим, уходим, блядь. Да как он так, блядь, догоняет вообще? Я просто такой, я не знаю, что делать. Это жопа, блядь. Это какая-то жопа, блядь. Или со щитом прыгать, блядь, уже не знаю. Давайте щит поставлю еще. Какой-то кошмар, блядь. Ну-ка. Ну вот давайте с этим щитом попрыгаем. Будем вот так вот нырять тут. Может щит чего и спасет, правда. Ай! Точно, не суетись, берись, да пытаюсь я собраться тут. Вот щитом сейчас я отпрыгну. Уходи! Ай, блядь, вот далеко стоял, скотина, а. Уходим, ладно, уходим. Блядь, да куда пытаешься уйти? Ой, бля! Хотел Эстуса выжрать опять. Вот опять ошибка моя. Остановился, вот начал пить. Третий появился, отлично. Да как ты меня пырнул-то? Вообще ужас! Не, это какой-то кошмар. Ёптать, меня один убил, странный уже этот. Я потому что и щит не использовал, блин. Кошмар. Не, надо что-то думать. Так. А если все-таки переиграть мне эти, как у характеристики, переиграть только на силу. Не на ловкость, а на силу. Ну-ка, давайте-ка попробуем туда. У меня есть еще две попытки, чтобы переиграть. Давайте подумаем сейчас. Так, где, куда он? Заходим сюда. Где он? Есть-то этот. Сюда. Блин, вот сюда. Две попытки переиграть характеристики. Сейчас я посмотрю перед тем, как идти туда. Или увеличить силу. Хрен знает на какую мощь там. Вообще не знаю. Сейчас посмотрим. Так, что у нас, чтобы взять какое-нибудь оружие крутое? Так, здесь нужна сила 32.
Здесь, в принципе, все по мелочи, 12 сил, так, ага, 32, 28, 10, 12, огромная дубина. Ну, мне нужна жизнь большая, чтобы не погибнуть, это в любом случае. Так, давайте еще посмотрим. Так. Если попробовать все по минимуму, а жизнь большую сделать. Давайте, наверное, посмотрим так сейчас. Перераспределить характеристики. Давайте. Если увеличим жизнь на... Да вообще на полную. 1312. Что-то маловато, да? Попробовать так. Ну что, они меня будут долго убивать, а я-то не буду сопротивляться, наверное. Давайте попробуем. Если что, будет еще одна попытка у меня поменять характеристики. У меня еще, по-моему, один бледный язык есть. Давайте попробуем. А там видно будет. Так, ну житуху, по-моему, здорово мы увеличили. Ну все остальное. Да, почти голышом. А по-другому-то как мы тут сейчас? Так. Я не хочу... Ну, давайте вообще туда одену. В принципе, тут ловкость уже и ни хрена не зависит. Будем погибать в красивых доспехах. Опа. А, куда я побежал-то? Давайте, пойдем опять туда. Так, ну ладно, переиграли мы. С большой жизнью. И с маленькой силой. Да, житуху-то здорово прокачал я вообще. По-другому, да, тут и просто, я не знаю, они меня грохают, да все. Тут и не убежать ни хрена. Чего? У меня теперь и силы нету. Ёкалы-мане. Это сколько ж мне их долбить теперь надо? Ой-ой-ой, ну-ка. Точно, теперь и клеймор не поднять, да. Точно, и тащить щитом пробовать, правильно. Это, ой, бля, у меня теперь ни одного этого я не могу поднять. Так, что тут клеймор-то? Сколько нужно, чтобы его поднять-то? 13, да? А у меня сколько? Да. Чуть-чуть я не рассчитал. Так. Где он есть? Вот он. Ловкость надо на 4 прокачивать, блин. Мне и продать-то нехрена. Есть какой-нибудь там? Да, есть, пожалуйста. Дубина, вот. Дубину могу использовать. Трещевую. И вот эту штуку. Крепкую дубину. Топорики. Топор разбойника могу использовать. Так. Давайте вот эту секиру тогда. О, секиру сейчас будем. Отлично.
Шансы появились у нас. Ну, я решил попробовать, да, наверх вложил, но мы сейчас это... Я могу переиграть еще. Напишите, что лучше сделать, советуйте, хрен узнать. Решил переиграть я. Куда? В силу, в мощь вложить, хрен узнает. Не знаю. Сделал эту, как, жизнь большую. Сейчас куда-нибудь вложим. Еще только одна попытка осталась. Сейчас я попробую с этим. Тащу щитом. Жизнь большая, да. Уходим. Оп! Ну ничего, жизнь у нас большая. Вот меня сколько раз рубанули. Нормально, нормально. Вот, с такой же тухой мы туда же пытаемся биться. Нормально. Так, не глотать клей, не глотать только этот эспус. Дальше бегать, дальше бегать. Третий не появился. Когда ж он вылезет там? Да блядь! Ё, как они меня прибить хотят? Вообще ужас просто. Вообще носится. Где третий-то? Ау, третий, ты будешь драться-то? Кого-то они уже убили своего там. А, дерутся. Дерутся. Так. Нет, двое. Ай! Уже их двое. Ждем третьего. Да бег по кругу, видишь, мне нужно третьего, я жду. Почему я бегаю-то? Когда третий появляется, они начинают между собой драться. И мне поэтому легче становится. Вот, смотри сейчас. Вот третий появился. Видишь, теперь их там трое. И сейчас вот они начинают между собой. Вот теперь надо мне вмешиваться. В ихнюю зарубу. Вот сюда мне тоже надо вмешиваться. Вот. И вот у них главный. Вот он. Вот его мы жизни сейчас сносим. Блять, уходим теперь. Все, сейчас второй появится, блять. Успеем, нет? Блять, не успеем, надо уходить. Все, второй появился. И третий, уходим. Пускай дерутся. А, блять, достал гандон. Так, бежим. Блять, трое, трое, надо туда вступать, блять. Есть, есть. Завалили, завалили. Так. Теперь уходим. Быстрее, быстрее, пьем эстус. Так, эстус у меня 4. Вот-вот, ну я хуй, как вот с ним драться, блядь. Здесь хорошо, хоть жизни сейчас много стало у меня, блядь. Ну он сразу у меня выключает, вот сколько жизни, моментом, блядь. Прям вот, ну пиздец, как от него уворачиваться, тут жопа, блядь, творится. Ну, блядь, и пизда, все нахрен, завалил он меня. А по-другому, я не знаю, как если марафон по кругу не делать, это кошмар. Не, ну тут тоже, конечно, вот это хоть с полной жизнью, а силы вообще нету никакой. Ой, блин, даже не знаю сейчас, что поставить. Может быть, все вместе? Ну, пойдемте, давайте мы распределим поровну тогда. Сейчас еще раз посмотрим, что там у нас. Так, это будет последняя тогда попытка. Я понял, что щит. Все, давайте распределять еще раз. Все, последняя попытка, больше у меня пока не будет. Бледные языки кончились. Сейчас попробую. Так, значит, жизнь поставить где-то надо на 1000. Я так думаю. Остальное раскидать на ловкость, силу.
Так. Ну. Перераспределяем. Давайте пробовать. Так. Да правильно, просечь механику. Там просечь-то. Надо просечь. А как его просечь? Так, пробовать силу 20 поставить, наверное. 20 мало вообще. Если поставить вот так. 30 ловкость, 30 силу и 20 жизнь. Наверное, маловато. Ну-ка, а если ловкость уберем? Нет, мало. Ну-ка, как мы это увеличивали? Так, или 25 жизнь поставить? Блин, вот что делать, а? Ну-ка, а если выносливость? Если сделать 25. 25 эту, 25 эту. Только 17 будет только. Силу 27. Попробую так. Блин, ну хрен его знает. Это 7. Эти вторые руки-то мне не нужны. Дайте-ка нам 32 сделаем силу. Чтоб я топор мог взять. Наверное, вот так попробую сейчас. Давайте вот так попробуем. Так, это наша последняя попытка. Ну, попытаемся. Ладно, ошибся я, не ошибся. Не знаю, будем пробовать. Жизнь не уменьшилась у нас. Но. Теперь мы можем взять вот эту штуку. Так, ну это нам нахрен не нужно. Так, сила-то у нас поднялась. Так, двуручный меч, что нам нужно? 16 это ловкость, ладно. Она у нас 15. Так что мы можем сейчас уже скоро взять и этот меч. Если так, потом пригодится. Так, что у нас? Можем вот этот взять. Меч храмовника уже. Так, но мне нужен вот этот. Этот-то мы в легкую берем. Давайте вот этот. Так, 101, да, у нас получается. Так. Что-то мы перекачались явно, да? Давайте мы, наверное, ножки другие сделаем тут. Поменьше чуть-чуть. Так, другого рыцаря тут есть штаны-то? Клирика. Нахрен мне клирик. Где падшего рыцаря тут есть? Чародея.
Вот, штаны падшего рыцаря. А это тоже штаны. Безымянного рыцаря. Давайте безымянного. Вот эта штука мне всегда нравилась. Три удара получается. Раз. Так, ну-ка. Два. Ну, три хватит. Так. Нам нужны деньги. Так, что у меня с этими? Титанит, чешуя, мерцающий титанит. Ага. Так, пока у меня ни хрена нету. Ладно. Пока нету ни хрена. Отправиться. Так, силу мы прибавили. А хрен ли толку? Или взять все-таки двуручный? Ну-ка. Где наш двуручный-то? Или вот этот все-таки хапнуть? Он покруче будет. Давайте вот этот. Этот слабоват еще, его качать надо, хотя он С. С тоже, да. Ну ладно, давайте вот с этим. Что такое? Что такое? 102 этот. Ладно. Давайте ручки поставим вот эти. Ну что, будем сейчас тогда без перекатов пробовать, что остается-то. Отлично, опять за два раза. Погнали. Ну что, без кувырков. Уходим. Вот он и второй. Уходи, уходи, поднимайся и пошел, и беги, блядь. По-другому тут нельзя, тут надо бегать, блядь. Они все за мной гонятся, блядь. Вот. Могу, конечно, против двоих там, ну что мне толку вот, выступить. Все, и они меня зарубили. Вот я остановился с ними драться, а толку. Вдвоем они меня быстро уделали. Ладно, сейчас будем что-то думать. Думать, блин. Я уже думаю тут весь вечер. Ни хера не могу придумать. Ни... Блять, как-то застопорнулся я на них, и все, и пизда. Там дальше столько классных этих, блядь, локаций охрененных, блядь. Не могу этих пройти, придурков. Прям хоть брать своего вот этого персонажа другого и своим играть, блядь. Что ж такое, блядь? Почему я нахуй не могу их пройти никак? С обновлением, что их все сложнее, что ли, делают? Не пойму. Блядь, да выёбывался. Да, еще щитом сейчас буду. Что делать там? Будем щитом. Кувырки ведь ни хрена не помогают. Я тут тоже, да, докувыркался, блядь. Вот здесь, так я понял, нужно отскочить. Вот он сейчас на меня. Хоп, отскочили. И сразу его шлёп. Два. И третий раз можем. И третий раз, отлично. И все, и уходим. И четвертый раз можем. И уходим. И пятый раз. Смогли, почти уходим. Все, уходим, блядь. Второй прибежал, блядь, на помощь, нахрен.
крокодил, блядь. Ну ладно, полжизни мы у него оттяпали, блядь. Нормально, надо дождаться третьего друга. Что, третий пришел? Я между собой только рубится. А, трое уже, третий пришел, друган, нормально. Вот теперь опять двое. Так, отлично, один остался. Главный, нет, главный. Уходим. Вот меч хорошо длинный у нас, меч вот этот. Вот из-за него он помогает здорово. Блядь, уходи! Этот мне помог. Отлично, отлично, блядь. Там другой мой, третий пришел, помог нам, отлично. Быстрее нужно выжрать тесто. Срочно, блядь, срочно, срочно, блядь! Ну так нечестно, ебаный в рот, блядь. Он выжрать даже не дает мне тесто, блядь. Уходи, блядь. Где он, блядь? Вот он тут где-то. Да посмотри ты на него, ебаный в рот. Блядь, да я вообще закрутился, блядь. Раз, два. Два раза смогли. Третий раз нет. Нужно вот когда третий раз, нужно перекат делать. Вот тут перекат, блядь. По-другому никак, блядь. Уходим, уходим, блядь. Пиздец, блядь. Не Эстус не выжить. Вот не отпускает он, все. Ну, блядь, полжизни-то я у него даже больше полжизни отнял. Не знаю, то ли это шанс появился, то ли еще что. От него вот надо, вот когда он два раза бьет, то один перекат по-любому надо делать. Потому что у меня защита открывается. Он меня долбанул, блин, и у меня все эти раскрылись, блин. Щит отлетел, все отлетело нахрен. Ну попробуем еще, ладно. Хорошо, что меч длинный, он его достает. Давай. Третий появился. Вон он. Давай, дружище, нападай на них. Беритесь, беритесь, молодцы. Главный, вот он. Блядь, и сразу уходим. Блядь, зарубил все-таки, скотина, а. Нужно этих ударов просто, по-моему, назад уходить. Не кувыркаться, а назад уходить. Вот так, наверное. Или просто назад, бля. Ну ладно, посмотрим сейчас. Блядь, на Ютьюбе посмотришь, блядь. Проходит вообще с такой легкостью, пацаны, вот этого придурка в шляпе, блядь. Я тут уже с ним сегодня весь вечер бегусь, блядь, никак нахуй.
Да ёб твою мать, блядь. Мышь, блядь. Полоснул у меня здорово, блядь. Придется тратить это. Ха-ха. Ай, блин. Ну как тут не переживать, блин? Тут задница полная, блин. Раз. Два. Три. Четыре. И уходим. Уходим. Ну пустите меня, блядь, ну пустите, ну что это, ёб вашу мать, блядь? Пиздец, как начнут вот этой, блядь, своей целой кучей, блядь, оравой. Так, драка началась у них там, походу. Пойдемте вмешаемся. Только кого бить из них, я даже не знаю, кого из них мочить. Вот этого надо мочить. Ну мочи, блядь! Есть! И сейчас опять мне не даст этот, нахрен выживет, наверное, Эстер. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну смотрите, я, блядь, я просто не представляю, что нужно делать с ним, блядь. Замучил, блядь. Быстрее же резку. Давай, за него опять прячься. За него заходи. За него, блядь. Опять за него. Пошел за него, блядь. Опять за него. Опять за него. Эстус, Эстус! Пиздец, блядь, и у него жизни мало! Блядь, по-моему, я понял тактику! Прям сразу к нему туда и вправо уходить, за него, блядь, надо! Да, вот, я не знаю, да, первым уровнем, ну, это прикол, блин, да, я видел, да, вот это, быстрое прохождение, да, я не понимаю, как они хреначат. То ли это чит-коды какие-то, что ли, шлепают, потому что хрен его знает, как они так... Не прокачанным этим бойцом еще, да. Или просто супер вообще игроки там уже, которые сидят сутками, блин, там месяцами, не вылезая. Так, ну ладно, я принцип понял. Так. Здесь главное было понять тактику. Ну сейчас попробуем, что пол... О, осколок титанита, замечательно. Так, какая-то гадость за мной бежит там, походу. Вон там топот еще слышен. Уходим. И за него вот так, за него. Так, и уходим, блядь. Все. От этого уходим. Здесь их два товарища, блядь. Два дружка тут, надо уматывать, уматывать. Чуть не накрыл. Ау, третий, ты где? Давай, пора тебе появиться-то. Блять, нету третьего еще. А, появился вроде, все. Где он? Вот он. Вот здесь мы его достаем. Здорово. Опа, под него. Блять, вот этот его удар поганый, блядь. Уходим.
Герусан. Да ты на меня не нападай, блядь! Блядь! Да мне надо туда попасть, вон с теми драться, блядь! Что ты ко мне пристал, блядь? Блядь, вот он, вот он, вот он! Есть, цепанул. Успею я сейчас выиграть? Нет. Успел, блядь, и толку, блядь! Так, и под него пошли сразу. Пускай крутится, блядь. Во, крутись, давай, мы под него идем. Вот так, и раз ударить. И сразу пошли под него. Под него ударить. Выжрали. Под него. Под него. Под него. И под него опять. Щиты под него. Вот сука, а. Вот тварь, блядь, не дает теперь попасть туда, блядь, а. Что, изменили опять, нахуй, физику игры, что ли, блядь? Так, разок мы его рубанули. Быстро выжрать детку. Блядь, нет! Быстрее жри! А Эсуса нету, блядь! Удар, блядь! Ну ёб твою мать! Последний куст жизни у него! Ну ебаный в рот! Блядь! Последняя жизнь осталась, вот не подводи, вообще один удар, блять, выносливости не хватило. Принцип-то я понял, блин, принцип понял, блин. А хрена что они друг друга, они там это, как, я не знаю, что-то они там это между собой не поделили. И когда вот третий появляется, он наоборот мне помогает, он с ними. Двое-то они на меня кидаются, а вот третий приходит, и они уже начинают между собой драться. Видать, они там третьего недолюбливают этого. Блин, последняя жизнь осталась, вообще, юб. Так, надо блок щитом, два удара и опять блок щитом, походу. На третьем ударе он тебя ловит. Ну да. Только, понимаешь, когда я жму вот этот, я пытаюсь не два удара нажать, а получается кнопку я вот несколько раз жму и проскакивает третий удар. Тут тяжело тоже держать вот эти кнопки, блин, потому что это... Получается, как проскок, правда, идет третьего удара. Ой, ты еще тут. Еще одна, вон, блядь, ты ёб твою... Ладно. Один эспус потратили. Так, пробуем. Раз, два. Не прыгай! Три! Есть! Под него уходим. Четыре. Уходим, все, уходим. Блять, вот как раз на него прямо налетел. Допусти меня нахер, урод! Все, уходим, уходим. Вот, третий очухался, отлично. Вот сюда надо. И вот этого теперь. Где он есть-то? И третий раз, ёбни ему, блядь! Под него! Ну ударь, блядь, тогда уходи, блядь! Уходи, блядь! И жизни у него не осталось. Так, догнал. Так, бой идет. Так, успеем эти сожрать. Ну-ка. Ну. Блять, нахуй я пошел эту тесту спить сейчас, блядь.
Уйди, блядь! Сожрали, а хули толку? Да, блядь, ну как же так-то? Ну блок же ставлю, ребята, блядь! Ну что ж вы творите, блядь? Бросок я его полыхнул два раза, да. Вот, один раз я нажал, а он провел двойную серию, блядь. И вот чем все это закончилось, блядь. Вон, он мне житья вообще не дает. Все, полжизни я у него только снял. В этот раз. Уходить я понял, вправо. Вот один раз я нажал, он два удара. Бах-бах, ему долбанул нахрен. Вот тогда был шанс огромный, блин. Ёлки-палки, блин. Так, может уголь сожрать? Все-таки чуть-чуть мы жизнь увеличим, блядь. Во. Не знаю, будет лучше, не будет, блин. Блять! Крыса, все-таки второй удар нанес мне. Вон там пырял меня какой-то, блядь, догонял. Чудик. Два. Ушли. Третий раз получилось. Уходим, уходим. Под него, блядь. Тут же, да, вот. Все, и уходим, уходим. Третий очнулся. Третий, помоги мне. Ёпта, ты мне досталось, блядь. Так, уходим. Здесь остались, по-моему, не те, кто мне нужен. Там остались только плохие ребята. Третий, ты где? Тут какой-то еще он написан, темный дух. Вот, третий, помоги. Только не меня бей, на них нападай, на них. Они плохие, всех их мочи. Уйди, блядь! Ну, долбани его, блядь! Так. 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 Где он? Вон он. Блин! Держать, держать, держать! Держаться. Блять, держаться. Держаться, держаться, блять. Вот как он меня этим, блять, огнем достал, блять. Круговым, блять. Жри, 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 Эсус, жри, Эсус, блять. Вот, блять, пока стоит, сука, присосался к этой банке, блять. Ускакал, сука, а? И сразу-сразу в защиту, блядь. Вернули. Быстрее, Эсус, Эсус. Ну, сука, прижал меня, блядь, гандоша, а?
Отпрыгнул, падла, блядь! Вот, сука, блядь, и у него жизни мало, блядь. Не, но он мне не даст выжить, конечно. Конечно, не даст выжить. И Эспус кончился, блядь. Спасибо, блядь. Сэр Джонс, ваша карта бита, блядь. Пиздец, нахуй, наебнул меня козел. А шансы ведь были, блядь. Надо подкрадываться к нему, блядь, чтоб спину ему въебашить, блядь. Блядь, вот это нервоз, блядь. Вот это, блядь, нервоз, нахуй. Пиздец, блядь. Вроде кажется, шансы есть. Все, блядь. Ладно, последний уголь давайте активируем, блядь, который там остался у меня. Вот он. А эту можно мне? Насколько ее хватит-то, блядь? Так. Это что такое, блядь, получается? Ну, это все на время, блядь. Вот эти, ну-ка. Бомбы нам не нужны сейчас. Поджигает оружие в правой руке, блядь. А на сколько времени оно поджигает-то? Давайте посмотрим просто сейчас, насколько оно подождет. Через сколько закончится. Возможно, много пью, да. Но там нужно же успеть мне как раз. У меня же передышки-то, фляги-то, они мне особо не дают пить времени. Так, ну вроде долго держится вот этот огонь, да? Вроде держится. Раз, два, три. Четыре, блядь. Уходим, все, уходим, уходим. Ну, блядь, ну кто так... Кто ж так бьет-то, блядь? Что ж вон все кучи, блядь, напали на меня? Все, это кончилось, блядь. Где третий-то? Ау, блядь. Дерутся. Дерутся, дерутся. Вот, вижу. Блядь, и мне только подошел я к ним туда вмешаться. Кипиш, блядь. Ёпта, блядь, дайте уйти-то нахуй отсюда. Пиздец. Я вообще охреневаю, блядь. Нахер я туда полез, блядь? Жопа, блядь. Жопа, блядь. Так, этих у меня не осталось углей. Ни хрена не осталось, блядь. Ладно. Будем действовать тем, чего есть, блядь. Может, я подумал еще щит прокачать? Один раз я был так близок к победе. Ему оставался один удар, блядь, а? Вот прям один удар, вот так вот мечом махнуть и пизда ему, блядь. Твою мать, блядь! Не дотянулся нахрен! Вообще жопа, блядь! Так, бежим нахуй отсюда! Что там, пусть двое дерутся? Где и босса, блядь? Кто из них босса, блядь? Который не дерется? Я туда бил, который не дерется, блядь! Вот они с двух сторон прут, блядь! О, подтягивается! Ага. Сейчас они дерутся трое, да, я так думаю? Одного завалили.
Так, это точно не босс. Босс, вот он. Блять, отскочил. Да ёб твою мать, блять, уходим нахуй отсюда. Дотянулся, блять. Ну пусти меня нахуй, блять, пиздец. О, блядь, ладно, на сегодня сейчас последний раз я попробую. У меня уже, блядь, нет ни сил, блядь, ни энергии, злости одна, блядь, осталась, ебаный рот. Это, блядь, невыносимо, я не знаю, что делать. Надо посмотреть эти ролики в ютубах, как они его проходят, блядь, этого черта, блядь. В шляпе, блядь. Хер его знает, блядь. Кошмар какой-то, блядь. Сейчас давайте последний раз попробую, блядь. Что тут получится, блядь. Надо завтра подумать, блядь, как его ебануть. Блять, вот это стопорнулся, блять, на игре, где-то. С одним чертом справиться не могу, блять, пиздец. Какую-то стратегию выработать, блять. Ну ладно, чёрт, на тебе, блять, по горбу, блять. Куда идти-то, блять, там, сюда, во. О, тварь, чуть меня не полоснула, блять. Ты, ёптать, обычно отскакивает, блядь. А тут он решил сам, блядь, выебнуться. Так, вот и второй, блядь. Вот и второй, блядь. Да деритесь между собой, ребята. Хули вы меня пиздите, блядь. О, блядь, чуть не накрыли, блядь. Где третий, блядь? Изо рта. Блять, за мной занять. Не вижу, бой, блядь. Так. Всех нахуй подряд, блядь. Под общую гребенку, блядь. Еще третий тут где-то, вот он. Вот главный, блядь. Блять, ушел, сука! Но у меня и выносливости нету, блядь. Надо бежать, нахуй, бежать от него, блядь! Все, пизда, нахуй. А, блядь. Фу, блядь, ладно, на сегодня хватит, у меня пизда вообще, нахуй. Я не могу больше доиграть. Да нервоза, блядь, довели, нахуй. Пиздец какой-то. Ой, ладно, блядь, ребята, завтра попробую, блядь, еще не знаю, почитаю завтра эти ролики в ютубе, как его проходят, блядь. Ну там, по-моему, одними кувырками, я хую знает. Кувыркаться, блядь, я не люблю, блядь. Да мне неохота, блядь, вот эти, прыгать вокруг них, блядь. Как этот, хрен его знает, блядь. Попробую завтра-то, посмотрю что-нибудь. Ну и вы там что, посмотрите, может, как его проходить по-другому. Ну ладно, давайте, до завтра тогда. Завтра попробую, блин. Пока.